Кто-то заметил, что книги – это сок, выжатый из гроздьев веков. Фома Кемпийский говорил, если тот, кто подал нуждающемуся чашу холодной воды, не потеряет свои награды, тем более будет вознагражден тот, кто положит хорошую книгу в руки ближнего, открывая ему фонтан вечной жизни. Книги имеют очень большую силу и влияние. В свое время посетители библиотеки Британского музея смеялись над человеком, который тратил много времени, читая и конспектируя Гегеля. Приходил один человек, и они посмеивались, ну чем занимается? Ну, это был интерес какой-то изучать Гегеля. Вот. А знаете, кто был этим человеком? Маркс. Вот. И это все было не напрасно. В результате была Европа, да и весь мир был потрясен. Человек просто конспектировал Гегеля, а чем он там занимается? Книги имеют силу. Не только Гегеля, он другими занимался. В результате он написал свои труды, и труды потрясли мир. К сожалению, много плохого произошло вот и в конце концов из этих трудов, но это имело силу. Можно взять хороший пример. Комментарий Лютера на послание к римлянам, вернее даже не комментарий, а введение в комментарий преобразило Джона Весли. Джон Весли читал введение Мартина Лютера к комментарии послания к римлянам. Вот. И это изменило его. А в свою очередь Джон Весли изменил многих других людей. И хорошие книги, конечно, открывают горизонты новые, совсем новые познания, расширяют наш словарь, примеры дают, стиль проповеди помогают улучшить. Правда, есть одна проблема, что иногда проповедник может начитаться много книг, и его язык станет непонятным. Это тоже проблема, когда читаешь умные книги, там, и чем выше слог, сложнее, то тогда становится язык соответствующий, проповедник может выглядеть таким вот высокообразованным, умным, произносить, мы говорили слова как эсхатология или атрибуты, аорист и так далее, и люди перестанут понимать его. В этом есть проблема. Вот. Но с другой стороны, если проповедник имеет ограниченный лексикон, вот он будет оставаться позади своих слушателей, вот останется. В последнее время в нашей церкви пришло немало образованных людей. Вот я как-то заехал в одну церковь районного центра, и одна сестра подошла ко мне после собрания и так жаловалась, говорит, хочется послушать не то, что глубокую проповедь, а хотя бы красиво, ясно изложенную, хорошим языком. Говорит, иногда даже этого не хватает. Уже не говоря о глубине, но просто ясности, четкости, глубокую проповедь. Чтобы так излагать, надо что? Учиться много. Учиться, учиться и учиться. Чтобы так излагать, надо что? Много книг появилось в последнее время. Вот я даже в вашу библиотеку, да вы все это не перечитаете за жизнь. Даже то, что здесь есть. Не так много книг, по сути дела, если сравнить с хорошей американской, сколько в Тринити там, наверное, будет? Там будет сотни тысяч, наверное, там чуть ли не миллионы. В этих, в семинариях, в американских университетах, там до миллиона, может быть, до миллиона экземпляров, может быть, несколько этажей библиотека. И ты заходишь и не знаешь, как это все прочитать. Ну, и тем более, что читать утомительно для тела. Помните, Экклесиаст об этом говорил? Вот. И не только для тела, можно утомить свой ум, можно утомить свою душу, свой дух. Поэтому важно не сколько ты прочитал, а как ты читаешь. Потому что не все приносит пользу. Герберт Спенсер когда-то говорил, что если бы он читал так много, как другие люди, он тоже знал бы так мало, как они. То есть суть не в том, чтобы прочитать много, чтобы быть в курсе всех вещей, чтобы все подряд читать. Это не принесет пользы. Суть в том, чтобы прочитать то, что нужно прочитать. Это не принесет важно. И некоторые нужны для того, чтобы читать. Та же литература, вот периодическая печать, она для чего нужна? Чтобы просмотреть иногда. Ну, какая-то статья остановиться, а в целом просмотреть. Вот некоторые книги просто просмотреть. Некоторые надо проглотить. А некоторые надо жевать, жевать и жевать. Вот. А потом есть у людей. Спержин, например, когда читал, он схватывал содержание книги буквально с одного взгляда и прекрасно запоминал прочитанное. За неделю Спержин прочитывал больше 5 трудных книг. За неделю. У него была библиотека личная, где-то 12 тысяч томов. И говорят, что он мог найти в темноте любую книгу. 12 тысяч книг. Вот. И в темноте он знал, где какая книга стоит, что где написано, и так много читал. Весли прочитывал примерно 100 книг каждый год. 100 книг. Сколько вы примерно за год прочитываете? Ну, некоторые из вас прочитывают минимум 66, если Библию прочитывать с начала до конца, да? Бытие, Исход, Левит, числа, 66 книг. Вы почти догнали Весли. Есть мысли? Ну, 2-3, кроме Библии, я имею в виду, прочитываете, да? Ну, ваши задания еще есть, да, по курсам вам задают что-то. Это тоже вас стимулирует. Вот. Ну, по крайней мере, неплохо где-то хотя бы в месяц, там, в 2 месяца прочитать какую-то книгу. Но книги надо уметь читать.
Джеймс Брага писал, «Чтение книг искусства и самым главным препятствием в этом деле является мнение людей, что они знают, как читать. Из этого они не получают какого-то благословения. Они просто считают, что если они умеют читать, значит, они знают, как читать. На самом деле это не так. Уметь читать – это еще не все. Надо знать, как это читать. И хорошие книги, ну а плохие читать ясно не следует. Хорошие книги надо читать внимательно, надо читать медленно, надо читать с листочком и карандашом. Я говорил вам, да, вот вы берете с собой какой-то листочек или диктофон, вот прочитали, о, мысль отметили, я обычно отмечаю. Я иду дальше, обычно не останавливаюсь, но отмечаю что-то, потом дальше, а потом возвращаюсь опять к книге и прохожу уже по всем этим отмеченным местам. Эта мысль мне нравится, надо ее внести. Это будет пример для проповеди, одной из следующих проповедей. Это для той серии, это туда. Вот, а это где-то отметить в своем индексе и так далее. И лучше медленнее, лучше меньше, но намного больше нам принесет. Вот. Читаем, мы отмечаем какие-то мысли, факты, примеры, которые могут быть полезными. Можно снова переписать, перепечатать, сканировать, там, классифицировать и так далее. Раскладывать в папочки, возвращаться к книгам. Вот, и переписывать и так далее. То есть, ну, максимальную пользу получить из чтения книги. То есть медленно читать. Но есть разные литературы. Есть литература, которую достаточно одного раза прочитать и получить общую информацию. Да, есть книги, которые можно перечитывать вновь и вновь. И мне вообще книги давать нельзя, я книги мараю. То есть я подчеркиваю на странице. Вот. И мне вообще книги давать нельзя. С другой стороны, мне так. Не, ну я делаю тоже, но я карандашом, а потом стираю, когда. Ну, это, смотря, если это моя книга, это одно дело. Вот если еще взял в библиотеке, я карандашиком, а потом с резиночкой уже просматриваю и отмечаю себе. И ну, это да. Проблема, да. Я карандашом тоже, не ручкой. Я первую Библию заморал очень сильно. У меня была первая Библия настолько вся, разными цветами, крестики ставил, там буквы какие-то разными цветами. Да, так вымазал. Недавно слышал по поводу прочитанного и написанного. Важно, конечно, то, что написано, но гораздо важнее те образы, которые рождают написанное. То есть иногда читаешь повествовательную историю, а образы рождаются совершенно другие. Понимаешь, что имел в виду автор, рассказывая ту или другую историю, какая глубина мысли там была. И, может быть, в этом случае не обязательно там подчеркивать, а важно зафиксировать ту идею, которая есть. Здесь вот преимущество чтения перед просмотром, скажем, фильма. Фильмы нуждаются в пассивном слушателе, зрителе. То есть человек должен взять кружку пива, сесть в мягкое кресло, вот, ну и просто расслабляться. Но обычно вот для этого предназначены фильмы, чтобы человек ничего не думал. Или там ел попкорн, пил кока-колу и так далее. Книги требуют размышления. Вот книги тяжелые, но они стимулируют мозг. Книги развивают обычно. Ну, есть, может быть, отдельные какие-то философские фильмы, которые заставляют думать, там, спорить с чем-то. Но обычно фильмы не предназначены для того, чтобы развивать. А вот книги, вот хорошие книги, они рождают мысли в нас. Мы продумываем, мы воображаем себе, почему детям полезно читать. Вот. Дети, можно просмотреть там фильм про хоббитов что-то, вот, а можно прочитать Толкиена там «Хоббит». И ребенок рисует картину, а как выглядел этот гном, а как выглядел этот хоббит, и он себе это представляет, и это развивает сам мозг. Это очень хорошая идея, да, образы. То есть книги заставляют рисовать образы. Вот чем они полезнее, намного полезнее, ну, очень разумно. Угу. Кто-то еще читает, да? Ну, вообще, наверное, самый интересный тот факт, что Бог для передачи своего пророчества избрал книгу. Ага. В принципе, мог бы избрать, может быть, какие-то образы или еще что-то, какое-то книгу. Устное предание. Или там, ну, вот все-таки книга. Важность книги. Сказать, Бог благословил этот способ передачи информации. Запись записывал. Даже своим перстом кое-что писал Бог. Там, на разных материалах, разные виды, но тем не менее, оно вот дошло до нас. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступно. Поддержите наш проект молитвой и финансами. О чем молиться и как пожертвовать, вы можете узнать на сайте www.tvseminary.com.